Экстрим Видео. Зла. И если мое фото выбирают для главной статьи, его лицо просто багровеет. Кажется, будто он вот-вот меня убьет. Ну а что он хочет? Ты куда лучший фотограф, чем он? Именно поэтому Пол и поставил тебя на этот материал. Да, но до этого еще год. Надеюсь, это вообще будет. Эй, Ронни, писать хочешь? Ага, похоже, что да. Большие просторы и надежды. И тут красиво. Но совсем иначе. Переезд сюда сэкономит нам кучу денег. И до города всего час. Ронни? Я же говорил, ты еще внутри его не видела. Добро пожаловать в твой новый дом. О, какой он здоровенный! И как мы тут все обставим? У нас есть все время в мире. Thank you.
Я здесь. Нам нужно устроить распродажу. О, и осторожнее с дыркой в углу. Я там таракана видел. Боже, гадость какая! Можешь разобраться? Так точно, мэм. Завтра дырки не станет. Слушай, я была в саду, и я явно увидела, что кто-то стоял в конце дороги и пялился на меня. Любопытный сосед? Или, возможно, первое явление деревенщин-убийц? Очень смешно. Посмотрим, кто будет смеяться, если нас обворуют. А что, если ты поможешь мне отнести это на чердак? Я похожа на служанку? Ты грязный, женоненавистник. Паршивый рабовладелец. Сексист. Спасибо. Это последнее. Отлично. Давай позже разберем. Мне отчаянно нужен душ. Вообще, себе тоже. Интересная мысль. Господи, Ронни. Какого черта?
Погоди, погоди. Идеально. Так, хватит дурака валять. Прекрати. Хватит. А что это? О, это подарок для Рони. Эй, Рони, иди сюда, малыш. Держи. Эй. Кажется, ему не нравится. Да, это очевидно. Улыбочку. Подвал тут здоровый. Полно мест с темными углами. Весь дом здоровый. Чем мы его заполним? Ну, будем надеяться, что у нас появится кое-кто творческий. Если будет мальчик, как тебе имя Билли? Не, должно быть мужицкое, например, Джейсон или Фред, или Чак. А если девочка? Девочка, ну... Ванесса. Далее... Карин. Эй, давай завтра без цен. Обещай. Нет-нет, завтра я пойду в аптеку, куплю жидкий валиум. Она же любит пить, верно? Очень смешно. Да, я показывала. Сэму Грину. Он отличный. Классный. Да, и он заинтересовался. Да, я дам тебе его контакты. Да. Изумительно, знаешь, тут на меня прям вдохновение нахлынуло. Я не уверена, что готова продать их. Но там видно будет. Я с ним свяжусь, правда. Да, я тебе доверяю. Ведь ты великолепна. Вуаля. Ну и обслуживание. Ну, для мужчины идеально. Спасибо, Карин. Я большой. А этот дом большой. Я аж запаниковала, когда ты мне дверь открыл. Да, дом он... Такой, как мы и хотели. Он большой. Вид здесь отличный. И он не в городе. Ого. Если бы ты фотал, как кормишь, ты всегда был бы пристроен. Шеф Джонни звучит неплохо. Ну, спасибо вам обеим, что волнуете за мою карьеру. Mm.
Спасибо. Сделала большой шаг. Что насчет него думаешь? Мы с Джоном правда счастливы. И ты знаешь, что я думаю о переезде сюда. Но мне кажется, это было верное решение. Так теперь с Джоном все в порядке? О, Джон просто душка. Мы очень любим друг друга. И мы решили завести ребенка. Вы друг друга знаете много лет. И ты знаешь, что я думаю про Джона? После того, что было, как это самое... Карри, перестань. Мы серьезно поспорили лишь раз. Поспорили? Он тебя ударил, Кейт. Это случилось лишь раз, 4 года назад. Кейси, ты мне как сестра. Я желаю тебе лучшего. И если ты думаешь, что это для тебя лучше... Дамы, десерт готов. Мы сейчас подойдем. Давай это позже обсудим, ладно? Спасибо, ребята. Здорово было вас повидать. Это было то еще удовольствие. Правда, Карин, мы всегда тебе рады. Спасибо. И удачи тебе во всем, Кейт. Обращайся с ней хорошо, а то я тебя затравлю. Так я рисковать не готов. Так что хорошо, буду. Кейт, и насчет той встречи, я тебе вышлю подробности. Отлично. Так что жди.
Ты занята? Эй, заходи. Посмотри снимки. Что скажешь? Что-то попало на линзу? Я тоже так подумал. Поэтому я с той же камеры сделал пару снимков в саду. Смотри. Ничего нет. Я не понимаю. Я беременна. Что? Я беременна. Джон? Джон, ты здесь? Джонни, ты там? Джон, ты можешь мне кое с чем помочь? Джон! Ронни, Ронни, ну ты чего? Джон, ты можешь мне помочь кое с чем на чердаке? Я сейчас подойду. Пойдешь в дом? А? Ну, иди, иди. Семь месяцев спустя. В чем дело? Во сне. Опять кошмар. Переживу. Ты давай, спи. Ты точно ни о чем не жалеешь? Нет. Ты и наше дитя – это самое прекрасное, что я мог бы пожелать.
Тут была маленькая девочка, и она меня здесь закрыла. Я не знала, что делать. Ты в порядке? Все хорошо. Слушай, Кейт, ты сейчас обо всяком думаешь. У тебя воображение разыгралось. Тут никого не было. Единственным ребенком в этом доме будет наш. Ясно? Мне нужно напечатать негативы. А потом я приготовлю нам ужин. И да, я завтра в город поеду за пленкой. Тебе ничего не нужно? Нужно, чтобы ты побольше был рядом. Ты половину времени снимки делаешь, а вторую половину сидишь в проявочной. Я уже и не помню, когда мы в последний раз ели вместе. Кейт, я работаю над проектом. Я почти его закончил. Так что просто отдохни, ладно? Это все ненадолго. Кейт, наверное, не стоит. Да, ты права. Это все такой бред. Я так подавлена. Я так больше не могу. Ну, в твоем состоянии это нормально. Но вот Джон, что с ним такое? Я не знаю. Он странный. Я суть его снимков не понимаю. Он их сотнями делает. Затем он запирается в проявочной и меня не пускает. Как неожиданно. Слушай, сейчас ни о чем не волнуйся. Просто думай о родах, а потом ты можешь совсем разобраться. Черт, ты приняла неверное решение, Кейт. Прости. Ты о чем? Приняв в тот раз его извинения. Согласившись приехать сюда, изолировав себя от всех, кто тебя знал. И да, забеременев от такого, как он. Карин, ты с ума сошла? Нет, Кейт, я говорю, что думаю. Ты хотела услышать совет или просто снять груз с души? И я нашла тебя именно в таком состоянии, в котором и боялась. Прошу тебя, как только родишь, убирайся отсюда. Прямо не верится, что я слышу это. Да ладно. Кейт, этот ребенок тебе нужен меньше всего. И я уверена, в глубине души ты это понимаешь. Слушай, уже поздно, и я не хочу, чтобы ты стояла в пробке. Да, конечно, я поняла. Я ухожу. Кейт!
делаешь? Показалось, я что-то слышал. Опять кошмары? Прошу у тебя, Джон. Может, тебе нужна помощь? Может, надо с кем-то поговорить? Я думаю, так будет лучше для всех нас. Нет, я в порядке. Правда. Погоди-ка. Иди сюда. Да. Я не знаю, что это. Я это уже раньше замечала. Милый, стало еще хуже. Мне это не нравится. Ты бы врачу показался. Это выглядит как раздражение. Я завтра схожу на прием, обещаю. Пойдем уже спать. Джон, пойдем в дом, я кое-что тебе покажу. В чем дело? Идем, я покажу. Вот, сам посмотри. Ты, наверное, уснула, и тебе приснился кошмар. Нет, нет, рисунки были другими. Я не спала. Джон, с этим домом что-то не то. Я это чувствую. Я это вижу в тебе, как видела Карин. Ты на что намекаешь, а? Что нужно бросить на что мы вернуться в город? Ты не первая женщина на сносях. И ты позволяешь своей избалованной скверной паранойей овладеть собой. И это мне нужна помощь. Знаете, женщинам в вашем положении курить не стоит. Честно это говоря, курить не стоит вообще. Позвольте мне представиться, меня зовут Эндрю Паул, и я священник местного прихода. Кейт Дэвис, рада знакомиться. Итак, как вам в новом доме? А как вы узнали? Как только вы сюда переехали, пошли пересуды. Это грузчики рассказали. Мисс Дэвис, жизнь здесь точно как в огромном аквариуме. Прошу вас, зовите меня Кейт. Кейт, тут все всех знают, а в вашем случае тем более. Вы здесь как бы чужие. Как вторженцы. Как вторженцы. Но правда всегда куда интереснее, чем слухи ей порождаемые. Этот старый дом стоял брошенным слишком долго. А вы знали прежних его владельцев? Макклемар. Да. Вильям жил здесь с женой Шерри и маленькой дочкой Мэгги. К сожалению, в доме произошло ужасное несчастье, но Вильям всегда был немного не в себе. А что случилось? Важно не что случилось, но, как понимаете, местные были в шоке. Они дали себе чрезмерно увлечься старыми сказаниями. О, боже, простите. Я на время-то не посмотрела, мне пора. Разумеется, мне было приятно с вами познакомиться, и уверен, если буду нужен, вы знаете, где меня искать. Спасибо. И прошу вас, бросайте курить. Хотя бы ради вашего ребенка. Конечно. Хорошо погуляла.
Проветрилось, и мне полегчало. И я встретила местного священника. Он рассказал мне о семье, что тут раньше жила. Похоже, вся деревня считает этот дом проклятым. То есть ты говоришь, что встретила священника, и он сказал, что наш дом проклят? Мы никуда не уедем. Я знаю, я такого и не говорила. Я не хочу уезжать, мы останемся здесь. Джон!
Джон, ты не видел Ирони? Нет. Может, отвлечешься от чертовых снимков и выслушаешь меня? Что? О, Господи, Джонни, ты же сказал, что заделаешь дыру. Эти твари заполонят весь дом. И ты их еще и снимаешь. Джон, я правда волнуюсь за тебя. Я работаю над проектом. Я нашла эту фотографию на чердаке. На ней семья, что раньше тут жила. А что это ты делала на чердаке? Ничего. Джон, посмотри на меня. Я работаю. В этом доме что-то странное. Та семья... Кем они были и что сделали, меня не касается. И тебя тоже. Джон! Открой дверь! Джон! Открой дверь! Джон! Открой дверь немедленно! Итак, зачем вы хотели со мной встретиться? Вы нашли силы бросить курить? Святой отец, я хочу поговорить с вами о семье, что жила в этом доме. Послушай, Кейт, когда я с вами общался... Нет, прошу вас, я должна с вами поговорить. Речь идет об этом. Макнамара? Их вещи все еще в доме? Святой отец, прошу вас, скажите, что случилось? Я должна узнать все. Кейт, давайте сядем. Болезнь Уильяма себя проявила не сразу. С виду они казались счастливой парой. И я был удивлен, когда спустя 3 месяца Шерри пришла исповедаться. Она мне сказала, что была напугана, волновалась за мужа. И сказала, что не узнает его. Сперва я этому значения не придал. Но затем она пришла снова и снова. И с каждым разом она была все более встревожена. Пока однажды она не пришла с дочерью, Мэгги. Она попросила присмотреть за ней. Она призналась, что Уильям хочет ей навредить. Я не мог ей помочь, поэтому отказался. Я сказал ей обратиться к властям, но она была убеждена, что проблема ее мужа не мирского происхождения. В смысле? Она считала, что ее муж одержим. И она ушла, а я был переполнен виной, и потому пошел в дом, посмотреть, смогу ли помочь. Но когда я пришел, было уже поздно. Уильям молотком убил свою жену и повесил дочь. Очень часто вера может выражаться самым невероятным образом. И те, у кого есть небольшие, а то и серьезные проблемы, обнаруживают, что тонкая линия между их действиями и домыслами практически стирается. То есть Уильям был безумен? Да. Он сказал, что его род страдает от шизофрении, и что он не смог с ней справиться. Это серьезная проблема и в наши дни. Представьте, каково ему было 20 лет назад. Святой отец, мне кажется, у меня в доме видение, связанное с этой семьей. И Джон стал таким странным.
Он целыми днями сидит в заперти. Я не знаю, чем он там занят. Он сам не свой. И он такой отстраненный, отвлеченный. Кейт, нет никакой связи между Макнамарами и вашей семьей. То, что случилось с ними, ужасное бесчестие. У вас же просто сложный период. А сила домыслов – ужасное оружие, как священник. Я вас уверяю в этом. Домыслы – как открытая дверь, что ведет к большому злу. Вы – рациональный человек. И вам нет нужды искать укрытие в том, что по сути является лишь плодом отверженности и одиночества. Святой отец. Кейт, вы не отвергнутые, не одинокие, и вы это знаете. Непривычно такое слышать от священника. Мы все должны стараться быть объективными, а добрая вера, она сама в себе. Поэтому мы отличаем добро от зла. Бог и дьявол не более, чем проявление чего-то куда более сложного. Понимаешь, что с твоего «я сейчас» прошло 2 часа. 2 грёбаных часа, Джон. Я закончил работу. И я принял душ. Ты принял душ? Нужно было освежиться? А я тут таракана видела. Завтра разберусь. О чем ты хотела поговорить? Я опять общалась со священником. Господи, Кейт, я же сказал. Помню, ясно? Может, все же меня выслушаешь? Он рассказал мне о семье, что жила здесь до нас. И про то, что случилось, Джон. Тут была резня. Нет, Кейт. Это ты меня выслушай. Ты просто ведешься на херню. Это все слухи, что выдумывают деревенщины. Очнись. Ты сам, ты себя слышишь? Тут что-то не так. Ты не понимаешь? Я этот разговор закончил. Ясно. Ты разговор закончил. В этом ты мастер. Умеешь ты избегать обсуждения. Любые сложности, любые чертовы проблемы. Ладно.
Раз ты так хочешь жить, я этого ребенка с тобой растить не стану. Кейт. Прости меня. Не трогай меня! Прости меня, Кейт. Sorry. Прости. Что с нами происходит? Прости меня. Ты что здесь делаешь? Я просто... Джонни, нам нужно отсюда уехать. Я тут и минуту больше провести не смогу. Джон! Я тебе говорил тысячи раз. Нет. Джон? Мне реально становится страшно.
Я не намерен покидать этот дом. Наш ребенок будет рожден, как я планировал. Ронни, что ты с ним сделал? Возможно, его кто-то убил, потому что он постоянно тявкал. О, Боже! Послушай меня! Нам нужно Кейт, помоги мне. Джон, я здесь. Отвези меня домой. Эй!
Джон? Джон? Ты что делаешь? Джон? Не подходи! Джон! Джон! Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет.
Что случилось? Где я? Кто эти люди? Мой сын. Где мой сын? Джексон? Мой малыш, Джексон. Джексон. Кто вы такие? Кейт, твой ребенок не является сыном Джона. О чем это вы? Мисс Дэвис, мы состоим в организации куда более древней и огромной, чем вы можете представить. Я сам, те, что здесь с нами, и по иронии вы, мы просто крошечные элементы чего-то куда большего, чем сама реальность, к чему мы можем лишь стремиться. Где-то за год до того, как Макнамары, к сожалению, вселились в этот заброшенный дом, мы собрались здесь, чтобы связаться с ним. Я понимал, что Уильям не отец их будущего дитя. И когда я понял, что на самом деле происходит, Шерри поняла тоже. Но было уже поздно. Мы подумали, на том и конец. Но пару лет спустя, после того, как Макнамары вселились в дом, я наконец-то смог понять, благодаря их исповеди, что произошедшее с ними было связано с тем, что мы сотворили здесь. И это случилось вновь, Кейт, с тобой. Твой ребенок от семени его. Завершение воплощения, которое ты, неведая, совершила. Этот ребенок рожден в храме, куда он был призван. И его судьба, к сожалению, далеко за пределами принимаемых тобой решений. Вы чокнутый! Вы чокнутый! Поверните моего сына! Куда вы его уносите? Куда вы его уносите? О, Боже! Да, она пошла. Мисс Дэвис, если это несчастная оказия, последний раз, когда вы видите своего сына, то сие результат лишь вашего решения. Но вы можете с ним видеться. Мы даем вам возможность присоединиться к нам, чтобы растить его и говорить ему, что вы понимаете, насколько он важен. Иначе для вас он будто бы никогда не существовал. Как и плод Шерри. Нет.